И вот мечта давно в наших мыслях воплощена в жизнь. Стол для распечатывания рамок с медом изготовлен своими руками. Стол состоит из закрытой тумбочки с емкостью для стекающего меда, вместительного бункера для сбора обрезков сотов и печатки с дном из нержавеющей сетки. В основу конструкции положена тумбочка, габариты которой задаются таким образом, чтобы на нее плотно становилась стандартная раковина кухонной мойки из нержавейки. Деревянная рамка с нержавеющей сеткой по своим габаритам точно совпадает с габаритами раковины, на которые устанавливается в последующем с бункером месте. Бункер, стенки, собственно говоря, его бункера, выполнены из нержавеющей стали. Это, пожалуй, для меня был самый сложный узел, но постепенно он был изготовлен. По размерам его он совпадает с окном рамки с сеткой, с нержавеющей сетки. Вот таким образом изнутри смотрится стенки из нержавейки, сетка, далее будет раковина. Теперь можно тумбочку заканчивать. Тумбочка обшита со всех сторон плотно, деревянный пол и открывающаяся дверка. Раковина устанавливается плотно, подходит к этой тумбе, причем она доработана, раковина. С нее убрали все сантехнические прибамбасы, осталась только вот эта сливная шайбочка, которая крепится из нержавейки, и также закрывается отверстие, где устанавливался кран для воды сбоку. Вот такая доработанная раковина будет здесь использована, в этом столе. Раковина установлена на тумбочку. Плотно, без просветов. Бункер из нержавейки с сеткой, с рамкой сетки, плотно стягивается саморезами. По углам, кроме того, устанавливаются вот такие металлические уголки, которые позволяют четко фиксировать бункер на раковине и легко его снимать при необходимости для промывки и прочее. Вот таким образом бункер устанавливается на раковину. Следующий элемент – это решетка, на которую упираются рамки с медом при их разделке. Это испытанная решетка из предыдущей конструкции, которую просто по размерам подогнали, чтобы она плотно становилась на этот стол. И последний элемент – емкость для сбора стекающего меда. Это ведро из нержавеющей стали также, которое ставится под раковину вот таким образом в тумбочке. И в нем собирается стекающий с распечатки сотов мед. Итак, вот тумбочка, закрытая со всех сторон, с дверкой, которая закрывается, фиксируется крючком, обыкновенным крючочком. Вот. Идет сборка стола для распечатывания рамок с медом. На тумбочку ставится доработанная раковина из нержавейки. Следующий элемент – это бункер для сбора обрезков сотов и распечатки. Он устанавливается плотненько на раковину, причем уголки металлические по уголкам не позволяют сместиться. И последняя решетка,
которая сверху устанавливается для сбора стекающего меда, используется ведро из нержавейки. Вот оно таким образом вставляется, дверка закрывается, фиксируется защелочкой. Стол готов к использованию. Стол удобен по высоте для работы стоя, обрезки рамок.